Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби. Ну что же, у нас и мини-игры, пазлы и выживание. Начнем, пожалуй, с мини-игр. И здесь у нас дождь из семян. Вот такая вот у нас мини-игра, давайте посмотрим, что она из себя представляет. Так, показали нам разных видов зомбарей. Так, туман, окей, сажай. Лопатка, кувшинка, ну кувшинка понятно куда пойдет сразу же, да? А, я понял, дождь из семян, то есть мне сейчас будут выпадать разные растения, да? Ага, вот например тина. И все, что вот мне будет выпадать, таким способом я должен здесь выжить. Четыре волны, я уже этому очень рад. Слушайте, друзья мои, а почему так... Почему так мало выпадает всяких растений? Эй, дайте быстрее. Так, куда вот я вот... Ну, куда вот мне вот это вот поставить сейчас в данный момент? Я не знаю. Я, видишь, не вижу, где враги идут. Блин. И кувшинки эти не в тему здесь. Может быть, их просто не поднимать? О, и вот он, зомбарь-то где идет. Срочно кукурузу давай быстрее. Кукурузой. Ой, хорошо, что мы сразу ему, как говорится, маслом по лицу дали. Надеюсь, успеем его разбомбить. Надеюсь. Так, вон там еще следующий идет зомбарь. Мы, наверное, с собой поставим вот этот вот дымогриб. Так, зомби уже без руки идет. Хорошо, значит, он скоро упадет, развалится. Так, маленький грибочек. Я его, наверное, поставлю сюда. Смотри, что делает, друзья мои. Он хрумкает. Ай-яй-яй. Но все равно нам повезло. Относительно, да, ребят? Сейчас пойдет волна, а я к ней практически не готов. Практически. Вот что ты прикажешь мне делать? А, бомбочка. Бомбочку я поставлю вот сюда. Здорово, я поставил дерево. Точнее, пенек. Как раз туда, куда не нужно. Потому что сейчас этот зомби просто его съест. Тут они поборются. Капуста. Вот это хорошо. Капуста намного сильнее, мне кажется, чем кукуруза. Сколько там надо? 3-4 раза бомбануть. Орешек дали. Ну, орешек, наверное, мне придется вот сюда вот влепить. Волна-то не за горами. О, малыша дали. Взорвался. Опять туман. Мне кажется, эти задания какие-то сложные для меня будут. Кабачок. Я его поставлю сюда, потому что я вижу, там идет зомби. Хотя зря я его сюда поставил, на самом деле. Давай вот так вот с собой сделаем. Он, наверное, дойдет, и кабачок потратится у нас. Получается так, да? Вот здесь у нас еще более-менее, да, такая защита. Да упади ты уже, я просто... Этот взял дурачок и среагировал, а? Кабачок, дурачок, другого слова нету. Малыш, ты будешь там бомбить? Бомбит, красавчик. Вот, вот арбузик, это зашибись, это то, что нужно. Так, кто там? А, там усиленный зомби идет. Зачем мне вот эта кушинка? Абсолютно мне не... Ну как не нужна? Вообще-то она мне нужна, друзья мои. Кушинка нужна, потому что на воде... Нам тоже надо выставлять защиту. О! Гипногриб. Я его, наверное, куда его поставить-то? Туман не приложу, куда его влепить. О, этот грибок хорош. Но его надо использовать сейчас. Давай там бомбанем. Так, туман. Жить. Ай-яй-яй. Зомби-уточки, да? Плавающие зомби к нам идут в гости. Давай мы кактус поставим. Хотя бы здесь немножко побомбим. Ну вот зачем мне вот этот вот пенек, если честно? Я не знаю. Чтобы прикрывать. Как вариант. Сейчас начнут кувшинки тут лопать. Набивать себе желудок, так скажем, да? Давай, малыши, бомбим этого зомби. Никчемного. Кстати, волна сейчас будет. Смотри. Тут, кстати, очень долго как-то это все дело происходит. Очень долго. Это вот только первое сейчас будет. О, смотри-ка, нам дали с тобой что? Ромашку, которая будет нам периодически подкидывать деньжата. О, арбузец, куда? Вот сюда. Смотри, что происходит. Смотри, там супер усиленные зомби идут у нас. Давай так сделаем с тобой. Надеюсь, нормуль. Если тот подойдет сюда, зомбарь, который с ведром идет, он съест гипногриб и пойдет против своих же.
Ну, а мы, соответственно, ставим везде бомбочки. Мне бы этот туман как-то сдуть. Смотри, а он все-таки подходит. Он успеет, наверное, да? Он успеет взять и съесть гипногриб. Ну что же, ему не повезло. Пускай там своих бомбит. О! А вот это уже хорошо. Вот это уже хорошо. У нас с вами появляется магнитогриб. Он будет нам помогать. Так, кто там идет? Где зомби? Не вижу, ребят, наугад бомблю. Потому что из этого тумана вообще ничего не могу понять, разобрать. Где там, кто там, что там. Вижу, вот тут зомби плывет. А здесь усиленный зомбарь. А здесь усиленный зомбарь. Это плохо. Потому что мои вот эти вот ханорики его так быстро здесь не смогут разобрать. Ё-моё. Давай, 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 бомбим, бомбим. У меня есть хоть что-нибудь? Не надо было сюда, знаешь, что поставить. А что мне этот маленький гипногриб? Он мне здесь не поможет. Шарманчик идет. А, мы можем с тобой... Все, не надо уже использовать кабачок. Он уже нам здесь не пригодится. Ну давай, 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 беги, беги. Сейчас тебе тут устроят карнавальную ночку. Дайте мне, пожалуйста, цветочек, который сдувает туман. Нифига не могу понять. Знаешь, что вторая волна на подходе? Ух ты, горохострел даже дали. Ну давай сюда его влепим. Так, я понял. Опять у нас этот зомби идет. Сильный, да? Укрепленный. Я его так буду называть. Укрепленный зомбарь. Справимся, да, по идее должны. Кто там? А, это чувак, который у нас с газетой, да, походу он. Только он так кряхтеть. Подожди, там что, там машина что ли едет, эй? Вы серьезно? Смотри, там, по-моему, тачка едет. Вот здесь вот была. Я так, краем глаза вроде увидел, или мне показалось уже от страха. Непонятно. Так, морозный горох у нас, это, кстати, хорошо. Давай-ка вот сюда, наверное, мы с тобой гриб этот влепим. Опять же, наугад ставил, потому что я конкретной цели не видел здесь. Теперь бы, конечно, бы кувшинку мне, но так как нет ее. Хотя вот она идет. Вот она летит, роднуля. Так, подрывник. Ой, точнее, этот шарманчик идет. Я нифига не вижу, если честно, друзья. Вообще ничего не вижу. Что тут происходит? Я вижу, вот он. Крутит свою шарманку, мы его подбили наконец-то. Опять дали мне ромашку. Ладно, пускай здесь стоит. О! Усилим наши, как говорится, ряды. Смотри, что тут происходит. Идет зомби. Так, я сюда, наверное, поставлю кабачок. Опа! Нормуль. Кстати, магнитогриб уже притянул у кого-то ведро с головы. На! Получил свое. Сейчас пойдет у нас третья волна. Буквально с секунды на секунду. Там. Там спортсмен бежит. Я вижу. Вот он. Вот здесь где-то. Очень много кувшинок. Очень много. Так, смотрите. Живастик съел все-таки, да, зомбаря. Вот, наконец-то дали. Сдуваем и смотрим теперь, где кто у нас тут идет. Я тебе скажу, что вот здесь вот у нас слабая защита. Здесь надо кого-то выставлять. Ёлки ты палки. Смотри, что происходит. Смотри, что происходит здесь. Ё-моёшечки. Так, халапеньо давай. Вау. Вот это совсем другой разговор. Блин, я обожаю, когда видно, откуда кто идет, какие зомби. Вот это круто. Ну вот сейчас опять этот туман войны. Нифига не поймешь, ничего не видно, где что происходит. Раздражает, серьезно тебе говорю. Орех, орех я вот сюда поставлю. Мозги, мозги. Вот, вот это совсем другой разговор. Так, ну что, я вижу тут куча-куча просто врагов у нас. Ух ты, у нас обновление, по-моему, по
ребята, по нашей игре, по хранителям монстров. Что-то там сейчас вышло, только что у меня мои подписчики просят: Рэй, когда будет прохождение, продолжение? А я говорю, ребят, там игруха-то в раннем доступе, да куда мог, до туда прошел. Дальше все, там уже все закрыто, никуда не могу пройти. А сейчас, видите, прямо вот во время игры нашей пришло сообщение. Так, ну что, этого сейчас зомби с тобой забомбим. А знаешь вообще, в чем проблема, я вот заметил? Игра-то старенькая, да? И расширение, под которое она была сделана, ну, сейчас просто совсем другие, как говорится, форматы у нас, да? У нас сейчас Full HD. А раньше там такие были, знаешь, 320 на 680. Ну, маленькие еще под Windows 98, если я не ошибаюсь. Ох ты, ох ты, ох ты, смотри, смотри, смотри. А, я думаю, почему это у нас здесь туман, а здесь нету? Потому что у нас тут фонарь стоит. Вот оно что. Живастик, давай. Ух ты, звездочка. А звездочку куда мне влепить? Поставим туда. Прикольно. Смотри, у нас тут что происходит. Вот на воде, конечно, немножко грустно все. Зачем я живастика поставил сюда? Надо было вон в корзину его ставить. Вот это я, конечно, сглупил. Да, причем очень-очень сильно. Да, это непростительно было. Враг идет, враг не дремлет. Фонарь сейчас съест, а? Съел, уже съел фонарь, а? Ну, посмотри на него. И этот, ромашку сожрал, а? Смотри, какой я глоед. Просто прожег... Ты посмотри, он бежит и бежит, бежит и бежит. На! Достал уже. Это говорит о чем? О том, что здесь у нас все очень все плохо. Слабенькая у нас тут защита. Внизу вообще никто ничего не может сделать, даже пройти. Потому что тут все отлично. Кстати, скоро будет последняя волна. Ой, горохострел сейчас у меня стырят. Если успеют, конечно. Они успеют. Эти зомби, они какие-то тут, я смотрю, очень крепкие. Дай-ка магнит поставлю сюда. Монетку заберу. Все-таки стырил, да? Умудрился, урвал. Еще сейчас здесь. А что он украдет? Наверное, магнит. Наверное, магнит. Да, он стрелил у нас тут магнит. Буржуй. Готовимся к волне. Последний уже на этот раз. Ну что там? Я не вижу, ребят, что происходит. Этого мы с тобой забомбили. Там идет зомби. Что-то лопают, где-то съедает. Но я вижу, что звездочка еще жива, потому что от нее вон летят эти. Ну там кто-то жрет. Я слышу прям проглот такой. Наяривает. Последняя волна у нас идет с вами. Приготовились. Приготовились. Слушай, я вот думаю, зачем мне вот эти вот ромашки тут, а? Че от них толку? Ну дают они там по 5 или по сколько там монеточек. Нет, этого, наверное, ни холодно, ни жарко, да? Звездочка. Давай, вот так вот все у нас должно быть четенько. Должно быть прекрасно. Кабачок там бомбит. Скорее всего, да, друзья, мы здесь с вами пройдем. Хотя не... не точно. Да ё-мо, куда мне этот чеснок-то влепить? Я, кстати, его даже ни разу не использовал. И что он делает, я не в курсе. Вот! Вот он, мой родной кубок. То есть я это испытание прошел. И это классно. Вы открыли новую мини-игру. Ага, увидеть звезды. Мы с вами прошли дождь из семян. Следующая у нас идет пугалка. Ну давай посмотрим пугалка, да? Опять же у нас тут куча зомбарей. На старт, внимание, сажай. Подожди. Так, что там написано? Перетаскивай. Не успел, ё-моё. То есть нажимай и перетаскивай растения, чтобы выстроить их в ряд из трех. И что это мне даст? Что-то я не могу понять. Что мне это даст? Мне дает это солнышки, да? Дает солнышки. Так, нужно... А, 75 совпадений нужно сделать. Вот в чем здесь
состоит, как говорится, прикол этой игры. Ладно, давайте делать с вами комбинации. Так, здесь, окей. Так, смотрим дальше. Вот тут я вижу. Так. Ё, майор растерялся. Сейчас, секунду. Секунду, соображу. Блин, что-то я не вижу, если честно, пока. Вот, нашел. Окей. Дальше, 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 дальше. Вот сюда. Так, звездочка не подходит. Это все не то. Хм. Вот. Норм. Так, давай сюда перекинем. То есть я должен успеть это сделать, наверное, до супер-пупер волны, которая, наверное, сейчас на нас побежит, да? В ближайшие там минуты. Окей. Давай. Я же хочу вниз. Что, тут еще даже супер волны есть, что ли? Сейчас такой звук. Он был, как будто жди неприятностей. Они меня просто немножко сбивают с панталыги. Так, давай посмотрим, что еще. Где еще у нас тут есть, ё-моё. Блин. Вот эта вот спешка моя, вот все время смотрю. Стопудово где-нибудь рядышком есть, но я просто как бы не обращаю на это внимания, да? Пропускаю, так сказать, мимо себя. Ну, с орехами. А тут вообще должна быть. Может быть, тут нет никакой комбинации. Или я ее вообще не замечаю просто. Вот, нашел, наконец-то, ё-моё. Говорю же, все это рядом у нас стоит. Просто из-за элементарной невнимательности. Подожди, а сюда нельзя. Вот, орех. Окей. Дальше здесь. Так, у нас тут вот магниты. Опять же звездочка. Маленькие грибочки. Сюда переместим. Так, что у нас дальше тут? Смотри внимательно. Смотри, Рэй, внимательно, что у тебя здесь есть. Магниты. Дальше. Тут ледяной. Хм. Тут ледяной. Орех. Орех, конечно же, орешек. И все, и опять приплыли, да? Получается. Сейчас, надо сообразить только. Надо сообразить, вот. О, хорошо идет, сколько? 35 уже собрал, осталось. Ну, немножечко, так скажем, да? Магнитик давай тебе соберем. Орех. Горох. Так, дальше смотрим. Дальше смотрим и что-то ничего не видим, да? Так, с орех, с этими все нормально, с малышами. Хотя вот здесь вот можем собрать. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше что-то. Еще это все стреляет, тут шумит, скрипит, трещит. Отвлекает очень сильно, на самом деле. Орехи, конечно же, орехи. Можем с тобой соединить. Здесь у нас происходит с малышом. Здесь у нас звездочки. Нормуль. Так, тут магниты. Соединяем. О, хорошо пошло. Дальше. Морозный горох. Опять же у нас орехи. Опять же орехи и звездочки. После этого горохострел. Звезда. Магнит. Сколько там уже? 53. Ну, уже рядышком. Уже рядышком. Сейчас буквально все мы с вами насобираем. Так, смотрим, здесь малыш. Так, тут орехи не прокатывают. Ёлки-палки, ребят, что-то тут. Смотри, что происходит. Ой-ой-ой-ой, а как мы так с вами сфейлились-то здесь? Они сейчас, наверное, тут пройдят. То есть я должен успевать. Волна за волной все сильнее и сильнее идет, да? Мне нужно пошевеливаться. То есть нет времени тут на рассусоливание. Так, а я от этого начинаю почему-то нервничать и просто теряюсь. Ё-моё. Вот, конечно же, здесь. Так, давай звездочки. Опять же, горохострел. Тут-то что у нас? Что-нибудь есть хорошее, подходящее? Я не вижу, не вижу, не вижу, ребят. А, я... А, волна приближается, блин. Я уже думал, прошли. Нет, нифига подобного. Ой, что же делать-то? А, орехи, конечно же, орехи. Почему, блин, я все время так
тут вот малыши. Ох, как тут классно у нас все вышло. Блин, еще 10. Еще, ребята, 10, и все будет у нас с вами нормально. Если будет, конечно, нормально. Если я еще успею все это сделать. Ну, давай сюда. Так. Ну, хватит там лопать, ё-моё, блин. Давай, давай, давай. Дальше-то что? Дальше магнит. Тут ледяной горох. Чё, сколько там еще ждать-то? Долго, а? Есть! Ну что, ребята? Красавчики, да? Ух, я выиграл этот кубок. Вы открыли новую мини-игру. Зомб-аквариум. Ну, это потом. Вначале у нас зомби-невидимка идет. Так. Ха-ха. Подожди-ка секунду. То есть я не буду видеть зомбарей? Вы серьезно? Офигеть. Да, это... это нежданчик для меня, если честно. То есть я не буду видеть, кто на меня будет идти. Хм. Как же мне тогда быть? Ну-ка, а ледяной? Ледяной будет показывать, где зомби стоят. Только вот это вот, да, значит? Они мне дают какую-то ерунду, на самом деле. Кувшинок дают мне, море. Дайте мне нормальные эти, вот. Вот так вот. Ага, если горох начинает стрелять, значит, он уже чувствует приближение зомби, понятно. Нет, ну если вы мне будете давать одни кувшинки, я здесь далеко не уйду. Это факт. Что мне от них толку-то? Хе, молодцы. Слушай, он орех жрет. Там какой-то, наверное, крепкий зомбарь. Давай-ка я вот сюда, наверное, поставлю кабачок. Слушай, мне кажется, тут бронированный зомбарь. Ты посмотри, как он долго уничтожается. Он орех практически съел мне. Ага. Кто же там такой может быть? Хм, он идет. Это подозрительно. Да вы достали со своими кувшинками. Ну серьезно, дайте мне что-нибудь путевое, нормальное. Что вы мне кувшинки эти подсовываете, блин? Вы серьезно вот это вот? Прикинь. Здесь уже зомби прошли. Обалдеть. Да, красавцы. Я больше уверен, сейчас еще и в воде, наверное, кто-нибудь пойдет. Они мне не дают, друзья мои, никакого вида оружия. Никакого растения, точнее. А тут еще и с ведром идет зомбарь, ты прикинь. Или где? А, вон там зомби, да, с ведром. Здесь обычные. Так, гриб. Леденец. Пускай мы его пока подождем, я его не буду... Кого? Орех едят, да? Ну там правильно, там зомби с ведром. Его нужно уничтожать сразу же. Так, ну ты понял, да? Это говорит о том, что здесь зомби. Не знаю какой, но водоплавающий. Ну что вот мне, ну они дают мне, да, этот морозный гриб. А толку-то от него? От него толку нету, он не наносит урона. Вот в этом-то вся и проблема. А зомби крадется. Здесь, кстати, тоже нужно будет поставить кого-нибудь. Давай поставим пока кабачок. Если что, чтобы он мог раздавить зомбаря. Так, мы с тобой поставим, наверное, на всякий случай вот сюда кабачок. Окей. Так, поставим сюда горохострела. Видишь, начал стрелять, практически зомби уже рядом здесь. Вот, горох об него, как говорится, врезается. Так, ну ладно, хорошо. Бумс, утопили чувачка. Давай еще одну кувшинку поставим с тобой. Так, здесь идет зомби с ведром на голове. И это плохо. Что мы можем сделать? Мы можем его немножко заморозить. Немножко заморозить и раздавить. Окей. Тут только голова отлетает у зомбариков. Значит, здесь идет зомби и здесь. Сейчас волна еще пойдет. Ух. Сейчас еще пойдет волна. Ну давай сюда поставлю. Один кабачок сюда влепим.
Так, дойдут. Уже начинает есть кувшинку. На воде, кстати, тоже нужно хорошенько тут защититься. Вот здесь вот все нормуль, да? А на нижних полосах у нас совсем все... Ну, естественно, естественно. Зомби на дельфинах. Кто бы мог в этом сомневаться, а? Да никто. На. Так, морозный гриб. Пускай сработает. Пока они заморожены, мы в них будем тут стрелять. Надеюсь, с первой волной мы с вами быстренько справимся. А вот... Представляешь, если бы здесь был вот этот вот Гаргантюа. Его не видишь, фиг знает, что там за вражина. И с ним еще нужно бороться. А у тебя одни горохострелы. Естественно, они его не пробьют. Ну что, заморозим еще нами, да? Так, здесь был с защитой. Шарманчик. Где этот шарманчик идет? Ума не приложу. Вот это, наверное, вот здесь вот он идет. Нет? Машина! Ты слышишь? Где-то тачка едет. Вот, я понял. Кабачок, а ты сможешь его раздавить? Вы нашли растение для сада дзен. Это, конечно, хорошо, что он давит машины. Ой, машиной, он давит орех. А что, его заморозить нельзя, что ли, еще? Да ну, хорош. Так это несправедливо. Друзья мои, это несправедливо. Как я тут должен, блин, горохострелами его уничтожать? Ну, кабачок давай еще. Давай, нет. Фух. Зашибись. Просто все тут смял, все орехи, все, все абсолютно. Офигеть. Тут еще внизу, смотрите, кто-то идет, он там хрустит. Давай поставим с тобой кукурузу. Когда я поставил кукурузу? Ё-моё, надо было вот сюда вот ее поставить. Да скинь ты масло-то хотя бы, господи, а. Так, ребят, я здесь, опять же. Я даже не знаю. Съел, да, все-таки? Ну, на тебе. Так, звук такой, знаешь, как будто идет. Что там? А, вот здесь вот жрут. Звук такой, как... Блин, еще одна тачка идет, ты прикинь. Вы серьезно, блин, а? Да на кого ты, на зомби-то зачем? Да. Надеюсь, кабачок раздавит эту тачку. Надеюсь на это. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Они, конечно, молодцы. Круто придумали. Еще одна тачка, ё-моё. Да, кабачок все-таки давит машины. Хоть в этом есть какой-то плюс. А вот здесь вот мы с тобой без кабачка не справимся. Вот здесь вот. Понимаешь? Трындец. Он сейчас будет давить. Нет, все-таки успели мы забомбить. Так. Давай, наверное, на всякий случай я поставлю сюда кабачок. Там у нас зомби на дельфинах. Сейчас, кстати, подготовимся, будет волна очередная. Опа, тут машина уже, оказывается, была. И, как я могу понимать, эти машины будут все-таки периодически здесь выезжать. Вот, скорее всего, здесь тоже машина едет. Скорее всего, здесь едет машина. Просто мы ее как бы пока не видим, но она едет. Да, скорее всего, это тачка. Или не тачка, я не могу понять. Ну, кто-то едет здесь, это факт. Давай проверим. Конечно же, это была машина. Пойдет сейчас суперволна. Последняя. Ну, пишут там. Мозги. Давай заморозим. Заморозим. Так, у нас... Где с тобой проблемы? В принципе, везде. Везде большущие, огромные проблемы. О, тут тачка едет. Тут тачка едет, друзья мои. Что-то подбили, что ли, или что? Не может быть, чтобы так быстро мы подбили. Это бред. Машина едет. Друзья мои, машина едет, потому что я вижу, вон она.
Просто раздавил. Давит, все. Ну, я надеюсь, вот эта вот штука нам поможет здесь. Фу. Успели. Кто? Так, здесь кто? Зомбарь какой-нибудь обычный? Да, обычный зомби. Еще заморозочку влепим. Где-то кто-то есть. А, вот здесь вот. О, ребята, блин. С невидимками это вообще проблема большущая. Справляться, потому что ты их не видишь. Какие зомби, тем более, когда машины. Да, вы открыли новую мини-игру. Так, это у нас двойная пугалка. Мне уже одной пугалки хватило. Так, увидеть звезды. Ну, давай попробуем. Попробуем увидеть звезды. Я их вижу, в принципе, вот они лежат. А что? Я должен брать? Ну, хорошо, давай. Арбузы возьмем, да? Возьмем с тобой вот эти цветочки. Я просто не знаю, какие здесь. Если вот эти вот обычные зомби, то, в принципе, ничего страшного, да? Но если какие-нибудь странные побегут, тогда у нас будут проблемы большущие. Так, цветы я взял. Защита. Горохострел взять, что ли? Или кабачок. Наверное, кабачок я возьму все-таки лучше. Фиг его знает, вдруг тут опять какие-нибудь машины пойдут. Так, ну что, звезды я вижу. Только пока не могу понять. Застройте все отмеченные места. А, звездами. Все, я теперь понял. То есть я вот это все должен, где звездочки, все это должен застроить. Вы можете сажать там только... Чего только? Только... А, только звезды. Все, 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 я понял. А, каждая звезда стоит 125 солнечной энергии. Ясненько, все, я понял, ребят. Естественно, для начала нам нужно как можно больше этих подсолнухов, да, здесь посажать. А уже после этого, когда у нас будет много подсолнухов, сделать двойные, наверное, да, и уже начать заниматься звездами. Конечно, было бы еще неплохо иметь арбузы. Мы арбузы, мы похожи на медузы. Что-то я вспомнил этот мультик вдруг. Так, ну что, по-моему, можно уже приступать и за звездочки, да? Звездочки, в принципе, они неплохие бойцы. Я ничего не могу против них сказать, поэтому давай начинать. Подожди, только не говори, что они стрелять еще не могут. Да, оказывается, ребята, они не могут стрелять. Эти звездочки. Ты понимаешь? Нет, почему-то стреляет теперь. Странно эти звездочки, когда враг шел. А, видимо, они только могут бомбить, когда в радиусе. Вот они видят врага, да, в радиусе. Они начинают бомбить, а когда они проходят мимо, то они стреляют. Все, я теперь понял. Тут не все так просто, как хотелось бы. Мне, естественно, нужны еще арбузы. Когда до них дойдет дело, а? Кто мне скажет? Когда дойдет дело до арбузов? Кабачок я пока тратить не буду. Я думаю, что мы с этим олухом так справимся. Ой, давай, давай, помогай, звездочка мне. Бомби, бомби, родная. Так, а я уже, наверное, буду заниматься рассадкой двойных подсолнухов. Хватит, как говорится, уже тут любоваться на них. Монетку нам подкинули. 15 тысяч уже насобирал. Короче, 20 тысяч как собираем с вами, да? Будем покупать себе новую ячейку. Ё-моё, чё сижу? Тут вражина идет. Кабачок, ну-ка. Будем с вами покупать девятую ячейку. Как вы мне попросили, проходи рейд второй раз в сюжетную историю. Там будет режим выживания. Проверим. Ой, а как тут? А как я тут должен? Тихо, тихо, подожди. Блин. Да что ж ты будешь делать? Ну давай я попробую так сделать. Я же могу сюда поставить... Нет, не могу. Или могу? Могу. Только что мне это даст? Я понял, что мне это даст. Мне это даст возможность вызвать кабачок, который прыгнет и уничтожит. Только это. Ну? Кабачок, ты что, дуралей, что ли? Я не могу понять. Да, такими темпами, конечно, мы с вами тут насобираем, пожалуй, нужное нам количество всего. Ну ты достал уже там хрустеть, хрумкает он мне. Звездочка не стреляет, это не работает. Да.
Так, кабачок. Пришлось туда его ставить, а что сделаешь? Так, погоди-ка. Он съест, он сейчас съест. А, там же еще один зомби идет. Там еще один зомби идет. Вот. Вот так вот. Приближается волна еще, да? Ладно тебе. Ух. Что я могу сейчас сделать? Поставить сюда, наверное, орех. Вот, на первое время. Так, зомби у нас тут идет. Поставим с тобой вот так вот. Ать, как хорошо у нас кабачочек работает. Кабачок работает просто найс. Я еще вот сюда, наверное, выставлю, чтобы двоих их сразу шлепнуть. С ведром идет. С ведром идет Ханорик. А я буду высаживать двойные подсолнухи. Потому что такими темпами, да, что у нас тут происходит, я вряд ли тут успею все это засадить звездами. Каждая звезда стоит 125 солнечной энергии. Теперь прикинь сам, сколько мне тут нужно всего. Нет, пока не будем. Пока не будем. А почему не будем? У нас там откат все равно идет, надо. А звездочки тоже, вон, имеют свойство откатываться. Так что надо выставлять. Так, подсолнухи, давайте работайте. Ой, кукуруза, работайте. Я вам тут еще вот так вот, для подстраховки. Погнали. Так, вроде бы пока все хорошо, все отлично. Бомбим, расстреливаем. Так, звездочка готова? Готова. Давай вот сюда поставим. Да-да-да, именно бомби. И того, и этого. Всех тут уничтожайте мне. Еще маленечко солнечная энергия. Вот, двойной подсолнушек у нас был. Готов. Так, сколько у нас? Раз, два, три. Три двойных подсолнуха, но этого мало. Этого еще пока маловато. Не будем тут тратить кабачок. Я не вижу пока в этом надобности. Где энергия солнечная? А? Вот она. Давай еще поставим свою звезду. Ну зря, наверное, вот здесь вот выставлять, да? Ну потому что вон уже идет, вон уже идет аглоед. Так, мне нужен срочно орех. И вот эти вот орехи, по большому счету, нужно еще укреплять нашими тыквами. Вот так же, как и здесь. Посмотри, что происходит. Они сейчас съедят. Съедят орех, но тут, по крайней мере, есть у нас кабачок, который может их наказать всех причем. Просто прыгнуть их, лопнуть их. Как букашек. Так, энергия солнечная, слава богу, идет. Во. Слушай, пока у нас все очень даже неплохо получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть звездочек осталось нам докупить. По деньгам это дороговато. Около 800 энергии. Но что не сделаешь. Так, ребят, давай. Кабачок нужен, потому что тут с ведром идет. Ой-ой-ой-ой, а тут-то что? Тут-то что? Тут такая же канитель. Во, успел. Фух, успел все-таки я поставить. Мы с него этот шлем сбили. Нормуль. Так, забираем с собой энергию. Да, солнечную. И высаживаем. Что мы будем с собой высаживать? Так, вот здесь идет врагов очень много. Так, погоди, а что тут слопали орех так быстро? Серьезно, что ли? Или его здесь не было у меня? Я что-то не помню. Значит, не было. Значит, не выставлял. Так, звездочка еще одна сюда у нас пойдет. Так, сюда надо все-таки выставить орех. Вот хочет ты этого или нет, но он здесь стоять будет. Приближается большая волна. Я понял, что приближается большая волна. Давай, вот этого вот, который у нас с флагом. Надо его быстренько уничтожить. Так, дай-ка я сюда кабачок влеплю. Вот так вот, сразу их всех. Раз, два, три. Три солнышка, ой, три звездочки еще влепить. Сюда поставим. Просто какой-то звездопад у нас. Везде звезды летят. Смотрится, конечно, красиво. Ну, жду у моря погоды. Все, последнюю звезду, и, ребята, этот уровень у нас будет с вами пройден. Давай, звездочка, откатывайся. Как раз у нас с вами солнечная энергия есть. Да,
у меня это получилось. Уже... Так, ну почти 17 тысяч мы с вами накопили голды. И мы открыли с вами новую мини-игру. Большие проблемы, маленькие зомби. Это, конечно, все хорошо. Ну что, ребятушки, я думаю, на сегодня пока хватит. Достаточно будет, да? Мини-игры довольно прикольные. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим с вами играть. Ну а с вами был Рэй. Всем удачи и до скорого.